войны. Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. Итак, не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру. Император в совершенстве владел 14 ремеслами. Однако далеко не все ремесла, которые пытался за свою долгую жизнь освоить Петр, ему покорились. Одно время император пытался научиться плести лапти, но у него ничего не вышло. С тех пор он почтительно относился к мудрецам, сумевшим овладеть наукой, показавшейся ему такой сложной.